Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нита Нанда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарна Дайам Гопи Жано Самаюктам Бинда Банам Манохар Ванча Калпатаруваса Кипа Синду Бевача Патитанам Павуне Бхавишна Вибью Наму Намаха Мукам Кароти Вача Ланг Пангун Ланг Хетгирим Ятки Патам Ханг Банди Парама Ананда Мадвам Бриндавай Тулсидеббай Пиявай Кесавасача Шна Бхакти Паде Деви Сатта Ваттвай Намо Нама Нарая Нараяна Намаскритта Нарун Чайва Нараттамам Девин Сарасватин Васам Тато Джайо Мадире Шанкиртане Кришна Катхупадеше Гаурия Патроша Пракаса Неча Садану Ракта Гуру Бхакти Йокто Бхакти Прамодакша Джагод Баруна Дейям Сада Парибхабагнам Абишту Духам Титас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Витатихам Банутапали Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ятпада Паллаванака Чандамани Чатая Биспуриджи Токимапикабавадушва Дарши Пурнану Рагара Сасагара Сара Муртихи Сарадхи Камай Када Кивам Каруса Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитьянанда Сиаддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитьянанда Сиаддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари, Хари. Аджану ламбита бхужау канака бодату, Санкиртанай капитару камала ятакшо. Вишамбару диджабару джугадхарма пало банде ягат приякару каруна бхатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Хари Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Диппарупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури нирантара вибуши тобам бхагам Нараяно прияманга мада пахарам Варанаси пурапати бхажави шанатам Вагиша джушва бадане Лакшмир джасача бхакшаши Ясьясте хидай самбихид Твам нисинга махам бхаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари Хари
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Anarpita charing chirat karuna avatirna kalu samarpayatu unnato jalarasam sabhakti siyam Hari purata sundara dudikadamma sandipita sada hidai kandare spurutu bhasi sachinandana Anarpita charim chirat karuna avatirna kalu samarpayatu unnato jalarasam sabhakti siyam Hari purata sundara dudikadamma sandipita sada hidai kandare spurutu bhasi Си сачи нандана. Гаудия Гоштипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, Джагат Гуру told that the kipa of Гауранга Махапрабху. Гаудия Гоштипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что милость Си Чайтаньи Махапрабху она уникальна, непревзойденна. Она бесподобна за всю историю человеческой цивилизации. Никогда ничего подобного, такой милости, которую принес Махапрабху, не было. И вот Шрила Прабхупад сказал, что такая уникальная, бесподобная, несравненная милость Шри Чайтаньи Махапрабху, она бесподобна, она уникальна за всю человеческую историю. Или я могу сказать даже больше, за всю историю этого творения такой милости никогда не было. Никто не видел ничего подобного раньше. They could never think before that kind of kipa can come in the life of human being. Is it possible? Более того, даже люди не могли подумать и представить, что такую милость они могут когда-то обрести. We think not possible. Мы думаем, что это невозможно, но как она стала возможной? Брахма, Шанкар, они пытаются и молятся Верховному Господу ради обретения хотя бы капли этой милости. В Рупа Шикшамрите можно найти. Махапрабху говорит о всех различных сиддханте, особенно расататве, сокровенных вещах, чтобы показать, что он Расататва Ачарья, Абхидея Гьян Ачарья. И вот там мы находим, что Махапрабху, после того, как он рассказал много о Сиддханте, он сказал: «О, Рупа, я хочу дать тебе нечто, но будь уверен, что Кришна — это океан. Кришна — это бесконечный океан Мадхури, сладости. Кришна — он океан красоты. Кришна — он океан премы. Я хочу тебе дать всего лишь каплю этого нектара, чтобы ты ощутил вкус. Поскольку если ты обретешь хотя бы каплю, ты получишь представление вкуса об этой великолепной расе. Кришна — он океан бесконечных, прекрасных, великолепных рас. И вот если ты обретешь хотя бы каплю этой расы по милости Гуру Вайшнавов, и вот говорится, что даже такая капля расы, она может затопить весь мир. Но я, падшая душа, совершил множество оскорблений, и хотя
этот весь мир затоплен премой. Но я даже не смог соприкоснуться с этой премой. Какая же неудача. Весь мир был затоплен премой, я не обрел ее. И перед Рупой Госвами Падом Махапрабху говорит: «Открой свой рот, я хочу дать тебе каплю этой премы». Если обусловленная душа получит хотя бы каплю этой премы, я думаю, она никогда не забудет. Это в этом главный вопрос. Если они получат хотя бы каплю этой премы, они не смогут жить дальше обычной жизни, но поскольку они не обретают эту премы, то живут как дальше. Это уникальная према, которая никогда не была дана ранее. После совершения суровых аскез в течение тысячи лет, после соблюдения множества обетов и прочего, все же люди не могут обрести этой премы. Эта према, она крайне редка. Это возможно только по милости чистых преданных. Чистые преданные, значит, те, кто вечные спутники или которых снизошли с вечного духовного мира или достигли его. И вот только это сокровище, оно возможно только тогда, когда наш подлинный садгуру имеет это, если он это не имеет, то как он кому-то даст? Например, если у нас есть деньги, можем кому-то дать, у кого их нет. А если у нас самих нет денег, то что мы можем дать другим? И вот также это сокровище премы, которое крайне редко. И поэтому вчера я говорил, Махапрабху говорил: и вот Махапрабху говорит, сожалею, что у меня нет премы. И я подобен нищим. Без сокровища премы мы очень бедны. И вот без сокровища премы мы, можно сказать, что мы очень бедны. Према – это наше единственное сокровище. Если мы попытаемся извлечь суть из Гиты, для кого-то очень много шлок, не все могут все это запомнить. 700 шлок в Гите, а в Бхагаватам 18 тысяч. Если вы хотите узнать суть киртана, то Бхагаван говорит: почему вы плачете? Что вы потеряли? Когда вы родились, вы пришли с пустыми руками. Когда вы родились из чрева матери, то пришли с пустыми руками. Что же вы взяли из этого мира? И когда вы уходите из этого мира, вы также должны оставить все здесь. Ничего не сможете забрать с собой. И вот Бхагаван говорит: что вы потеряли в своей жизни? Почему вы страдаете? Поскольку все, что случается, оно случается ради нашего высшего блага. То, что случилось, случается или случится, но все для нашего вечного блага.
И мы должны развить такое видение, чтобы осознать, что все, что происходит, это все ради нашего вечного блага. Если у нас есть осознание Кришны, сознание Кришны, Бхактивинода Тхакур говорит, даже я готов родиться в форме животного. Вот как в этих строках из Киртана говорится. И вот Бхактивинода Тхакур молится, что это не столь важно, если я рожусь в форме животного или в форме птицы. Но, пожалуйста, благослови меня, благослови, чтобы я, чтобы бхакти, оно оставалось в моем сердце, вне зависимости от того, в каком теле я рожусь. И я хочу обретать сатсангу. И вот в соответствии со своими плодами, своей кармой, я могу родиться в разных формах жизни, но я прошу тебя, чтобы я мог общаться с твоими чистыми преданными, находясь в этих формах жизни. Мне не нужно ни богатства, ни славы, ни положения в обществе. Единственное, о чем я прошу, чтобы ты благословил, чтобы я имел саду-сангу в следующих жизнях. Саду-санга, сарва-шастре кое, лава-матту саду-санге, сарва-сиддхи хое. One second divided by 11. И вот в этой шлоке говорится, что даже 11 части секунды саду-санги достаточно, даже такого времени достаточно, чтобы помочь, чтобы достичь того высокого уровня, даже прямо мы можем обрести благодаря подлинной сатсанге, даже если она была в течение части 1/11 части секунды. Даже этого малого времени более чем достаточно, но никто не серьезен в этом отношении, в отношении Кришна-бхаджана. Если я скажу, что есть какая-то сева, но кто может ее сделать? So that is good for utilize in Gosan. He buy one, cost. It's called auto suggest. You can throw 1 lakh, 2 lakh rupees. Maybe you are spending 10,000, 5,000, whatever you are. But what I say, you will have to follow in Toto. Нужно следовать полностью наставлениям Гурудева. You don't understand what Maharaj speak, you have to do it. Not that you can play your own way. Oh, it's very good. But when you... According to my necessity, according to seva, I'm speaking to you. You are playing your own net. Then all your money, everything is lost. Uneducated people, they cannot utilize so many things. They have limited capacity. You should think, no common sense. So it is called auto-suggestive method. I am doing. Maybe Maharaj is very happy. Махарадж имеет в виду то, что нужно делать, то, что просят. Если мы служим Гурудеву, то нужно делать точно, что говорит, не больше, не меньше. И вот даже часть секунды, я имею в виду, это 11-ю часть секунды Лава Матро. И Шрила Бхактивинода Тхакур комментирует. From Chaitanya Charitamrita. И вот из Чайтани Чайтамриты. Это шлока. Лавамата Садусанга Савасидхихой значит, что этого времени более чем достаточно даже для того, чтобы обрести Кришна Прама. This is your Sadhusanga.
I know I am in Vyasasana speaking. I am in Vyasasana speaking. I cannot speak anything which is unusual. Out of 100%, 99.9%. И вот можно наблюдать, что среди 100% людей 99, если не больше. If not more than 99.9%. Даже более чем 99% людей, которые вроде бы совершают садусангу, но они хотят чего-то иного, каких-то материальных вещей. И шастры мы знаем, что садусанга может даровать нам Кришна прему очень просто и быстро. Но это не шутки. Те, кто имеет прему в своем сердце, они могут дать нам, но мы должны быть полностью искренни. И наше сердце должно быть в гармонии с их сердцем. Иначе мы не сможем принять эту милость. Даже Рупа Госвами подпишет, как насколько редка это Кришна Парама, эти стопы же Кришны. Этот Кришна, он пришел в форме Гауранги, чтобы дать нам эту прему. Брахмаро дурлабо прем дан билайя. In kirtan written. И вот в одном из киртанов есть такие строки, что то сокровище, которое очень редко и трудно достижимо, даже для Брахмы. Брамара Дурлаба Прем. И вот эту столь труднодостижимую прему Бхагаван раздавал всем, даже несмотря на их качество. И более того, даже те, у кого не было емкости для этой милости, а эта емкость олицетворяет с собой зрелость, чтобы иметь способность принять, воспринять эту прему, то Махапрабху он давал также эту емкость для этой премы. Но все же, несмотря на такую огромную милость, не все смогли ее воспринять. Хотя Махапрабху раздавал ее, не думая о том, достойны ли люди ее принять, зрелы ли они достаточно, чтобы воспринять эту милость. Нет, он распространил всем. This kind of, you know, mercy. И вот такая милость. This kind of mercy you are getting from our Guru Bhagavan. Мы обрели от нашей Гуру Бхаги. So bad luck we are not getting. And Rupa Goswami Pad writing, Rupa Goswami Pad пишет в киртанах. Krishna Deva Bhavantam Bande. Krishna Deva Bhavantam Bande. Jadyapi samadhiso vidirapi pashyati natava nakagramarichin idami chamini sammatavachyuto tadapi kipadbhuta vichim Krishna deva bhavantam bande Hari deva bhavantam bande Rupa Goswami Pada Brahma Sankara nobody. Rare, but still giving. Bhagavan not going to make any judgment. Who is qualified, who is not. Whom to give, who not to give. Not this is the condition. By the mercy of Gauranga Mahaprabhu, by the mercy of Nityananda. И вот по милости Гауранги и Нитянанды Махапрабху, он не только распространял столь труднодостижимую прему. И в Чайтанья Чайтамрите, и в Чайтанья Бхагавате говорится, что Махапрабху не один раздавал эту прему. Махапрабху, он дал указание Нитянанде, чтобы он также распространял эту прему и Харидасу. Это была особая милость. Особая милость Махапрабху. Как иногда можно видеть это в Индии.
вместе с Чайтрой Вайшак проводится распродажа, особые скидки даются. И также, когда приходил Махапрабху, можно было купить прямо с огромной скидкой. Даже бесплатно ее обрести. Но все же люди, они недалеко не все смогли получить эту прому. И вот в Чайтанья Чаритамрите говорится, Кришнадас Кавирадж Госвами, он сожалеет, но его сожаление не негативное, как у нас, а позитивное. И вот Кришнадас Кавирадж Госвами сожалеет и говорит, я принял прибежище у того великого духовного доктора Бхагавана, он все вся для нас. И, ну, внутри меня есть плохие, скверные качества. Как если, например, пытаться сохранить какие-то книги без всяких консервантов, то часто можно наблюдать, что черви заводятся в книгах, всякие жучки и съедают все книги. И Кришнадас Кавирадж Госвами приводит такой пример, что все такие скверные качества, они едят суть, в общем, они так едят мое духовное тело. И all beastly character and behavior there inside. И также во мне есть какие-то животные склонности и такие животные привычки. И вот сейчас я дошел до конца своей жизни. Что же делать? Единственная моя надежда — это Гауранга. Когда все наши надежды, все наши, в общем, когда мы разочаровались во всем и имеем надежды только на лотосные стопы Гауранги, только тогда мы можем их принять, а не до этого. Принятие прибежища, что это такое, не все понимают. Может, кто-то понимает и как-то частично понимает это явление принятия прибежища, читания Вайдьямашрая. Я несколько лет назад приводил пример, что во время наводнения, например, случилось наводнение ночью, мы проснулись, и какая-то дамба разрушилась, и на нашу деревню так затапливает уже потоком воды, сносит все, что у нас есть, и нас в том числе. И вот если мы так, плывя в этом потоке воды, встречаемся с веткой баньянного дерева, то мы схватимся за нее. Take you away, catch very heavily, and then somehow you manage to get on the tree. Oh, how much? Follow. You in front of you, your small baby going away. You cannot save yourself. How you can save your baby? Have you ever? Если этим потоком воды уносит вашего ребенка, то что вы сможете сделать, если его вместе с вами уносит куда-то. Себя не можете спасти, не то, что кого-то. И также, когда вы повторяете Харинам Пачататва, мы должны всегда думать о Гуру Вайшнавах, иначе наш ум отклонится куда-то. Можно смотреть на их изображение и памятовать, повторять святые имена. Это наставление Рагунатха Даса Госвами. Я тоже так делаю. Когда просыпаюсь, я вспоминаю имена Гуру Вайшнавах, прошу их о милости. У них есть милость, они, несомненно, помогут нам.
И вот принятие прибежища значит. Shelter doesn't mean you will have to obey your boss in your company. Ну, например, если кто-то работает где-то, должен слушаться начальника. You are bound to obey because you are earning money there. It's called anugata. But it is not permanent anugata, temporary anugata. Работай на работе, слушаясь начальника, такой-то, такая анугати, она не вечная. Работу можно поменять, и, соответственно, начальника тоже. Но мы хотим видеть вечную анугати, вечное следование наставлениям Кришны и его преданных, чтобы обрести прему. Это не так просто, как с работы. И вот Кришнадас Кавираж Госвами сожалеет и говорит в трансцендентном. У него есть такое трансцендентное чувство. Чем больше вы развиваетесь, чем больше вы продвигаетесь выше, тем больше смирения появляется у вас. He speak, I am Bhagavan. Long time speaking, I am Bhagavan. You are God, Nandi. Now when I protest, he say I am wicked man. Follow. Everywhere situation. Previous place when I used to speak Harikatha, used to speak me so many things. After that, kick me. Still I keep hope. Still I keep hope. I have 100% belief. With this belief, I am speaking Harikatha, that some of you can accept. И вот я говорю Харикатху с такой надеждой, что кто-то примет ее и благодаря ей изменит свою жизнь к лучшему. Может, не сейчас, а после моей смерти или еще когда-то. Кто-то может принять это наставление Шрилы Прабхупады, чтобы мы продолжали говорить Харикатху, не надеясь на быстрые плоды. Может, кто-то не может это принять, но кто-то может, кто может сказать. И вот Кришнадас Кавираж Госвами говорит. Vaigunna kita kulito paishanna brana pirito dainarna vanimagdaham. I am in the ocean of daina. Кришнадас Кавираж Госвами going to discover. Кришнадас Кавираж Госвами говорит, что он находится в океане смирения. In the ocean dainarna vanimagdaham. I find no alternative. И нет никакой альтернативы, кроме как принять прибежище у лотосных стоп. Шри Кришна Читания, он настолько милостив, Нитянанда Гуранга, они могут спасти нас, даже если у нас есть какие-то недостатки, какие-то несовершенства в нашем характере. И вот проблема — это наша анугатия. И наша неискренность, ложное смирение, ложная искренность, ложное следование — это наши проблемы. Вначале мы должны обнаружить себя в океане Дони смирения. Вы можете проверить чистого преданного. Он не ожидает получить никаких денег, никакого положения в обществе, если кто-то ругает его или недовольство высказывает, то все равно такие преданные никогда не оставляют Харикатху и Харикиртану, у них нет надежды на какие-то корыстные желания, и поэтому они могут говорить Харикатху. А об условиях души не могут молиться. Беспокойство. Они сразу все забывают. They cannot remember the faith. They wanted to speak some false philosophy. They forget some disturbance. Oh, forget what I wanted to speak. But pure devotee, any situation, if you like to kill him, still in that moment. Но чистые преданные в любой момент они никогда не чувствуют никаких беспокойств. Они очень уверены. Очень тверды в своих намерениях. И вот сегодня
Сегодня наш заключительный день. Сегодня день явления Гауранги Махапрабху. Сегодня я сделаю какое-то заключение. Хотя могу продолжать дальше, но все же нужно закончить. И вот Джагатананда Пандит, я говорил. Вот учение Джагатананды Пандита — это учение Гауранги. Почему? Поскольку Джагатананда говорит, он говорит о всей Сиддханте, о всех наставлениях Гауранги через эту Прама-Виварту. С помощью этой книги Джагатананда Пандит, он хотел дать Гаурангу нам. И через эту Прама-Виварту, которая написана Джагатананда Пандитом, он хотел дать нам самого Гаурангу, поскольку Сиддханта Гауранги она не отлична от Гауранги. Гаурвани, забыл, я говорил раньше об этих вещах, что Гаурвани, они, учение Гауранги, они не отличны от Гауранги. Гаурвани, то харикатху, которые говорят Гуру Вайшнава, она не отлична от них в трансцендентном плане. Чистые Гуру Вайшнава, они не отличны от своих наставлений. Такие Гауранга Махапрабху, он не отличен от Гаурвани, от его учения. Понимаете, о чем я говорю? И вот мы должны понять, что весь вичар Сиддханта, описанный Джагатанандой, это не продукт его ума. Он это все взял от учения Гауранги Махапрабху, его характер, его поведение, его ачара, он все. Он собрал это все подобно медовой пчеле. И вот он собрал суть учения Шри Чайтанья Махапрабху и представил это в форме Прама-Виварты, такой маленькой книги. Вчера я говорил, что обусловленные души в соответствии со своей кармой, они могут скитаться по всем 14 мирам. И вот чтобы перестать скитаться по всем этим материальным мирам, нужно принять прибежище Гуру Вайшнава. И тогда наша самсара, колесо рождения и смерти, оно прекратится. И вот так можно наблюдать, что обусловленные души постоянно рождаются, умирают в различных формах жизни и не устают даже. И таким образом, и вот так же я скитаюсь по всем этим мирам, я по своей великой удаче встретился с Шрилой Бхакти Прамод Пури Дев Госвами Махараджем. Встретиться с чистым вайшнавом не так просто. Можно поискать во всем мире мало вайшнавов, очень мало, и их трудно встретить. То есть всех вайшнавов можно пересчитать по пальцам одной руки, а то и меньше. И встретить их очень трудно. Вчера я говорил, как Джагатананда Пандит что Джагатананда Пандит, он дал нам наставление, как совершать абсолютную сатсангу и полностью избегать асатсанги. Абсолютная сатсанга значит, что нет никакой асатсанги. Даже в уме.
Вчера Джагадананда Пандит, я говорил, мы уже слышали, что вот он говорил, что в асатсанге невозможно повторять святые имена, чтобы обрести возможность повторить чистое святое имя. Мы должны совершать сатсангу, совершая асатсангу, никакой харинам не явится в наших устах. И вот иногда преданные повторяют намабхас, подобие святого имени, но чаще всего намапарадху. И эти все, это такой баджан не совсем настоящий. Это, можно сказать, препятствие, барьер на пути к Кришне. И мы должны думать снова и снова и пытаться избавиться от этих негативных вещей в нашем сердце. Мы должны прилагать свои лучшие усилия и устранять все недостатки с нашего сердца и характера. Если есть склонность к наслаждению, ее нужно отвергнуть. Если есть склонность к каким-то йогическим совершенствам, к освобождению или к наслаждению, все это нужно отвергнуть, поскольку эта жизнь, в этой жизни нам выпал редчайший шанс. Immediately after watching, then give prema. Now all the wives of Prataparudra sitting on elephant, watching. Вот все жены Пратапарудры, они сидели на слоне и смотрели на Кришну, на Шри Кришну Чайтанью. Они смотрели на Гаурангу, и после этого они ощутили прему в своем сердце. Причем они смотрели с достаточно далекого расстояния. Махапрабху не смотрел ни на какие женщины, поэтому, чтобы дать урок обществу, он вел себя как идеальный саньясин. Это не значит, что он ненавидел женщин. Нет. Махапрабху, он любит всех. Можно вспомнить, что Махапрабху ел прасад из рук жены Сарвабхаума Бхаттачарьи и из рук Ситы Такурани, жены Адвайты Ачарьи. И вот Гауранга Махапрабху принял саньясу и следовал всем правилам с великой осторожностью. Множество матаджи Махапрабху, он с ними не говорил прямо, не обменивался взглядами ради нашего блага. Но они все получили его милость с самого начала его Гуру Лилы. I can show you. Narayani, one small girl. Вот, например, Нарайни, это мать Вриндаван дас Такура. Махапрабху, он однажды дал остатки своей пищи ей. И вот такие лилы происходили с самого начала его лилы. Он благословлял Матаджи и всех остальных. Но мы должны быть все же очень осторожны, поскольку влечение мужчины к женщине, и наоборот, оно очень сильно. И поэтому Махапрабху, будучи в отреченном укладе жизни, он показывал, как нужно себя вести тем, кто живет в этом отреченном укладе жизни. Поэтому все матаджи из Сантипура, Бенгала, они шли на встречу с Махапрабху. Махапрабху встречался с преданными, но с матаджи он прямо не говорил.
Они получили его даршан вдалеке. Exact word what I am speaking, that is Ruchi. Exact word, I am not changing any dot, full stop, nothing. It is, you can bring Chaitanya, I can show you. Stri shab dure rahi korilo darshan. И вот такие слова в Шри Чайтанье Чаритамрите, что Матаджи, они издалека смотрели на Махапрабху, кланялись ему, а близко не подходили. Только однажды, я могу рассказать об одном случае, один молочник, он приносил йогурт, молоко, панир Махапрабху. И Махапрабху был мал тогда, он просил, и вот эти молочник, этот молочник угощал его этими молочными продуктами. И вот его звали Парамананда. И когда Махапрабху принял саньясу и собрался уходить в Пури, то этот молочник вместе с женой и сыном тоже собрались идти вместе с Махапрабху до Пури. Это достаточно далеко, а идти пешком нужно. Otherwise you can feel weak. No, you have to take kripa from right source. Мы должны обрести милость с должного источника. И вот мать Мукунда, жена этого Парамананды, молочника, она тоже пошла с ними. А точнее, его Парамешва звали, этого молочника, не Парамананда. И вот все клонились Махапрабху. Махапрабху был счастлив, видя стольких преданных. И вот этот молочник Парамешва тоже пришел встретиться с Махапрабху и собрался идти с ним в Пури. И вот он сказал, что пришел, вот мать Мукунды тоже приходит, и Махапрабху, он стало ему неудобно. Но этот молочник, обычный человек с деревни, как вести себя особо не знает, и сказал, что мать Мукунды тоже приходит. И Махапрабху так отвернулся, слегка, когда услышал об этом, и вот такое. Кто-то думает, что Махапрабху ненавидит женщин, но Махапрабху любит всех. Но поскольку он в отреченном укладе жизни, то ведет себя с соответствии с этим отреченным укладом жизни. Здесь смотреть на женщин, значит, не смотреть на них с наслаждением, с наслажденческим настроением. Шрила Прабхупад объясняет здесь, что мы не должны смотреть на женщин с наслажденческим настроением. Мы должны видеть женщин как служанок Кришны. Но обусловленные души столько не понимают, и поэтому на них накладываются какие-то ограничения. Поэтому, когда этот маленький Харидас пошел просить подаяние, и вот он пошел к Мадхави Девидасе просить рис, кто-то подумал, что он почувствовал вожделение к ней, но она очень пожила была, повторила Харинам всегда. А наш Кришна Дас Кавираджа Госвами, он считает ее за близких спутников Шри Чайтанья Махапрабху.
Но все же, когда маленький Харидас пошел туда, кто-то случай неправильно рассказывает. Они рассказывают, что он пошел просить рис у нее и почувствовал вожделение к ней, но это неправильно, поскольку она очень-очень стара была. Но в Гаудии я видел более достойное объяснение, что Мадхави Девидаси была там, но там у нее была какая-то служанка, которая помогала ей в ее пожилом возрасте. Она была молода, вот к ней этот маленький Харидас, он почувствовал вожделение. И Гауранга Махапрабху, он понял это и выгнал. Гауранга Махапрабху в качестве сверхдуши пребывает в каждом сердце, и поэтому он видит все. So, Mahaprabhu was bound to give. Mahaprabhu was bound to give severe punishment. И вот Махапрабху, он вынужден был наказать этого Чота Харидаса для того, чтобы дать нам пример. Mahaprabhu was bound to give a severe, give severe punishment to Chota Haridas. It is one kind of punishment, but also in kind of kippa. С одной стороны, это наказание, с другой стороны, милость. Этот Чота Харидас, ему не, Махапрабху не позволял приближаться к нему остаток всей его жизни. И в итоге Чота Харидас решил отправиться на слияние Ганги, Ямуны, Сарасвати в Аллахабаде, в Тривине. И там, думая о лотосных стопах Гауранги, он прыгнул в эту воду, чтобы оставить тело. Он не совершил самоубийство. This case with suicidal case. Нельзя сравнивать это с самоубийством. No. He wanted to give the eternal seva Gauranga. With this mood he wanted to jump into water, to leave body. I cannot keep this body, which cannot serve Gauranga. Он не хотел находиться в том теле, которое не может служить Гауранге. И потом он родился в форме Гандхарва и совершал киртаны для Махапрабху. И вот Чота Харидас, он не мог родиться в качестве привидения, поэтому родился в Гандхарвам и служил таким образом Махапрабху, совершая киртаны. То есть, если бы он не получил милости Гауранги, то как бы он родился в Гандхарвам? И вот Махапрабху внешне избегал общения с женщинами, но он уважал их и даровал им милость. Что говорить о Махапрабху, все великие преданные, как Шрила Бхактивинода Тхакура Прабхупада, Шрила Кеша Госвами Махарадж, Шрила Пури Госвами Махарадж, все Сидда Махатмы, они никогда не смотрят на вас и не видят мужчины или женщины, они видят, что душа пребывает в каждом сердце. Они не смотрят на наше тело, они смотрят на нашу душу. Они не заинтересованы в нашем теле, они смотрят на нашу душу. И вот в начале всего вы должны пообещать мне, что сегодня день Гуру Пурнимы, и вы не будете совершать сатсангу, осознанно или неосознанно. Вы должны дать мне обет, что вы не будете совершать сатсанги. Вы должны совершать сатсангу. Какие-то ошибки могут быть на нашем пути. И Нитянанда и Гауранга простят нас. Но суть в том, что все благоприятное. Мы должны принять все благоприятное для Кришна Севы.
то, что неблагоприятно, мы должны оставить. А как в этой шлоке говорится, что мы должны принять решение отвергать все негативное и принимать все позитивное, благоприятное для пути бхакти. Это такое предваряющее учение. Если вы хотите развить отреченность, то нужно развить такую совершенную отреченность. Если у вас сложная отреченность, то я сразу пойму, это совершенная вайрагья. Она украшена. То есть это вайрагью, это отречение можно сравнить с украшениями. Когда наше тело украшено всякими украшениями, то выглядит красиво. И также, если мы будем следовать юкта-вайрагье, гармоничной вайрагье, то в этом случае наш ум, наше тело, они будут украшены этими орнаментами бхакти. Если Гуру Вайшнава посмотрит на вас, то поймут, что ваше ложное эго ушло. Я видел кого-то несколько лет назад, но сейчас я смотрю на вас и вижу столько положительных изменений в вашем сердце. Хотя раньше было ложное эго, какое-то тщеславие, но сейчас я смотрю, больше половины ложного эго у вас ушло, я понимаю это. И Гуру Вайшнава не могут понять, что происходит. И таким образом, если вы развили вайрагья, отреченность вайрагья, значит, гармоничная вайрагья. Как вчера я говорил, Махапрабху дал наставление Рагунатху, чтобы не спешил вернуться домой и следовал этой юкта вайрагье, гармоничной вайрагье, что не нужно выставлять свое отречение на показ. Нужно развивать бхакти, преданность внутри нашего сердца, а не на показ. Жить, как живешь, живется, но помните о главной цели и занимать все в служении Гуранге. И вот Махапрабху говорит, точнее Джагадананда говорит, совершенный вайрагья. He can never pay attention to any material talkings. И вот тот, кто развил подлинное отречение внутри своего сердца, он не уделяет внимания никаким материальным разговорам. Это естественно. Бхакти парешан бхава бирактир аннатта чойшати ко ек калаха прападдаманаша шу кут тушти пусти анугхасам. All at a time. Vairagya is there. You have no realization direct, impossible. Bhakti parishan bhava birakti ranatra. All simultaneously. Simultaneously, not then after. I develop a perfect vairagya, balanced vairagya, but there is shortage of bhakti, impossible. Не может быть такого, что мы развили совершенный вайрагью, но бхакти в нашем сердце нет. Это невозможно. Это естественно развивается одновременно, как в этой шлоке, когда явится у нас, когда мы осознаем Бхагавана, то когда это осознание Бхагавана и появится в нашем сердце, то и отреченность, она, естественно, также проявится. Это автоматически произойдет. Рупа Госвами подпишет. Рупа Госвами подпишет.
что в тот момент, когда я осознал величие лотосных стоп Шри Кришны Чайтаньи, то тогда все отречение, оно явилось в моем сердце. В тот момент, когда я бхакти явилась в моем сердце, это юкта вайрагья, она также пришла ко мне с того самого момента. И вот Чайтанья Чаритамрита Махапрабху, Рупа Госвами Пада, точнее, говорит в комментарии. И вот это слово Рупа Госвами. И вот это совершенная Сиддханта Джагаднат Ананда Пандита, это Сиддханта Гуранги Махапрабху, он не придумал ничего нового. Я говорил тоже в полном соответствии с его учением. И вот вайраги, тот, кто развил... То есть у кого развилась вайраги и появилась Кришна Бхакти внутри сердца, они не уделяют никакого внимания материальным разговорам. И Рагунатху Дасу Госвами Махапрабху сказал то же самое. Махапрабху, он просто собирает сиддханту. Он собрал эту всю сиддханту с разных источников и представил в своей маленькой книге. Джагаднатха Пандит был в Паршотам Даме. И когда Рагунатх Дас Госвами, он попросил Сваруп Госвами. И вот он попросил, чтобы Махапрабху попросил дать ему какое-то наставление. Сам он не мог спросить у Махапрабху, он попросил Сваруп Госвами. И Махапрабху сказал, что твой гуру Сваруп. Я уже назначил Сварупу твоим наставником, он знает больше, чем я. Но хорошо, если ты хочешь получить какое-то наставление. Хорошо, слушай. И вот Махапрабху говорит. И вот Махапрабху сказал, что тут не стремился к каким-то каким-то изысканной еде. I speak, all your mouth is like hydrant. You can take egg, you can take this. Некоторые люди, они... All your mouth is like how the hydrant. Ну, едят все подряд и... Можно сравнить их со... Hydrant, where all stool and urine going. С канализацией, которая попадает все подряд, без всякого этого разделения. И вот Джагадананда говорит. What Mahaprabhu wanted to advise Raghuna,
I already appoint Sarup 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 Sarupere Tomar Upodeshta Kori Dilo. In Bengali, Mahaprabhu. Sarupere Tomar Upodeshta Kori Dilo. I appoint Sarup as your Вначале Махапрабху сказал, что уже дал тебе Сварупу в качестве твоего наставника. Он знает больше, чем я, но все же, если ты хочешь получить какие-то наставления от меня, я могу что-то сказать. И вот Махапрабху дал такие простые наставления, это суть всех шастр. И вот он говорит, что не нужно слушать мирских разговоров, принимать участие в них, не стремиться к тому, чтобы есть какие-то изысканные вещи или изысканную еду, или носить какие-то изысканные вещи. С отречением и смирением мы должны всегда воспевать святые имена. И в этом мое наставление. Рагунат Гасай то же самое сказал. И наш, точнее, Джагадананда Пандит, он здесь говорит то же самое, что даже во сне. Мы не должны стремиться к Йоши Цанге. Yoshi Sangha means both way applicable, not one way. Even in dream, Jagannanda speaking, even in dream, И вот Джагананда говорит, что даже во сне мы не должны стремиться к Йоши Цанге. If you like to love Gauranga, Jagananda speaking, if you at all love Gauranga, Джагадананда говорит, если вы любите Гаурангу, то должны помнить наказание, которое дал Махапрабху Чатхаридасу. И вот если вы хотите сохранить отношения с Гаурангой, то должны помнить о том наказании, которое дал Махапрабху маленькому Харидасу, Чота Харидасу. Even Gauranga Mahaprabhu, you know, speaking, you can remember, I like to remind you, when Mahaprabhu took decision to dance in, you know, Чандрасекараджа, you can remember, в Чандрасекара, в форме Лакшми, и вот там была драма устроена, и Махапрабху сказал, что те, кто не могут контролировать свои органы чувств, они не допущены смотреть на эту драму. И тогда Адвайта Гасай, Шивас Пандит, они сказали, что что делать, тогда мы не придем. Адвайта Гасай, сам Махавишну, сказал, что вы запрещаете нам приходить, я не подхожу под ваши критерии. Что говорить о нас с вами, даже сам Адвайта Гасай сказал, что Прабху, я не соответствую этим, не могу контролировать свои органы чувств. И вот Махапрабху засмеялся, сказал, что я благословляю всех тех, кто будут видеть эту драму, они не будут чувствовать вожделение, поэтому приходите все. Что говорить о нас с вами, если даже Адвайта Гасай и другие великие души, они считают себя неспособными контролировать свои чувства. И вот, смотрите. Мы должны помнить о наказании, которое дано Чота Харидасу Махапрабху. Я сейчас пропущу что-то, поскольку обсуждать эту Прамаварту можно не один год. Книга может кому-то покажется маленькой, но для меня она подобна Махабарате.
великому эпосу. You think small book. Oh, I can, you can give me 2 hours, 1 hour, I can read up. My thing is, if it, I can accept all Siddhanta Vichara, no, I'm trying my best. I'm begging for Kipa from Jagadananda. He blessed me so that I can implement all the Siddhanta Vichara there. Я прошу милости у Джагадананда Пандита, чтобы все его сиддханту я смог воплотить в своей жизни. И вот Джагадананда предупреждает нас, что мы не можем обмануть Гауранга. Джагадананда Пандит going to give some warning. Well, you cannot cheat Gauranga, because Gauranga is sitting inside your heart. Гауранга, он пребывает в нашем сердце, мы не можем обмануть его. You cannot cheat Gauranga. Gauranga is sitting inside your heart, speaking. Moner kotha gora jane kemeno dibe phaki. How you can cheat Gauranga? Gauranga is sitting inside your knowing everything what is there inside your dirty mind. Gauranga знает все, что происходит внутри нашего ума. Moner kotha gora jane kemone phaki dibe. Sorol hoibe gora shikha bujhiya loibe. If your heart is very plain-hearted, если наше сердце простое, не запутано, не лицемерно, тогда мы можем просто понять учение Шримана Махапрабху. Если наше сердце, оно чисто и просто, просто значит, то, что внутри нашего сердца и снаружи, то, что мы делаем, то, что говорим, и говорим то, что делаем. И то, что думаем. Никогда все это параллельно находится на одной линии, то такой человек зовется просто сердечным. Если он говорит одно, думает, второе делает, третье, то лицемером. Gauranga Mahaprabhu wanted to speak to give advice. In Chaitanya Charitamrita, one word is there. Amar aggay guru hoya taro ei desh. Some sajiya are going to show, oh, Mahaprabhu is writing here, you are objecting, what happened? Mahaprabhu is speaking there, Amaragga, it is my order that you can go and act for Guru. The idiot people, they are speaking this way. They are speaking this way, they are speaking, well, Mahaprabhu already giving advice, giving order. И вот какие-то люди вот эту шлоку Шичитанчи там или ты понимаешь неправильно, думаешь, что Махапрабху сказал всем идти действовать как Гуру, но забывай, что Махапрабху сказал это конкретному преданному в конкретном случае, а не всем подряд. А какие-то глупцы понимают, что это для всех Махапрабху сказал, но это не так. Махапрабху сказал вот в этой шлоке, сначала стань гуру. Если вы знаете бенгали, то значение очень ясно, но какие-то люди, они превратно понимают, это не... То есть сначала мы должны принять Сиддханту Вичару, все наставления Махапрабху в своей жизни, стать гуру, стать ачарьей, потом только проповедовать, а не просто от балды идти проповедовать. И нужно иногда наблюдать, что люди, понимая неправильно эти слова, даже становятся какими-то гуру, но это просто какой-то цирк. Кто-то воспринимает баджан как... Как, ну, что-то легкое, несерьезное, как дополнительные занятия в школе. Как в школе, когда учимся, есть список обязательных предметов, есть дополнительные, которые не обязательны. И вот такие люди часто воспринимают харибаджан как какие-то дополнительные... ну, что-то вроде лишних занятий, лишних уроков, которые не обязательно делать.
И вот так для многих, к сожалению, харибаджан стал что-то вроде хобби, можно делать, можно не делать. И Джагатананда Пандит говорит то же самое в Шри Чайтанья Чаритамрите мы находим слова Махапрабху в адрес преданных. Это мое наставление, что вначале всего вы должны пытаться стать ачарьей, пытаться построить, развить свое сердце, совершенное поведение в вашем сердце. Вы должны пытаться стать гуру вначале всего. Гуру значит, вы можете принять мою сиддханту и стать гуру. То есть сначала нужно стать гуру достойным, а потом проповедовать, а не просто от балды идти и что-то рассказывать. И после этого Джагадананда Пандит говорит, и вот он говорит, что каждый заявляет, что он совершает Гауранга Бхаджан, Гаура Бхаджан. Все, кому не лень, заявляют так, что они совершают Гауранга Бхаджан. Как можно пойти на тот берег реки, там видно сахаджи, едят рыбу, яйца, плоть всякую, ведут крайне недостойный образ жизни при этом. И во Вриндаване таких полно, и заявляют, что они совершают Гаура Бхаджан. Достаточно давно один какой-то политический лидер, еще до Бхактивинода Тхакура. И вот его звали Раджа Рам Мохан Рай. Его отец выгнал, поскольку он не верил в Бхагавана, не верил в Бхагаватам. И в итоге он помер где-то в Англии. И постоянно... И вот он постоянно спорил. Он был социальный реформ, этот реформатор. Но отец его выгнал за его неверие в Бхагаватам, в Кришну. Однажды, почему я о нем рассказываю? Philosophical aspect, philosophical aspect of the teachings of Gauranga. Very much interesting. И вот однажды он хотел узнать о философии Гауранги Махапрабху, о чем он учит. И вот он пошел искать каких-то преданных Гауранги, и тут встретил какого-то сахаджи Бабаджи. Попросил его рассказать об учении Шри Чайтаньи Махапрабху. Тот согласился. Это был какой-то известный сахаджийский лидер. И вот он начал говорить какую-то хрень, и этот политик, хотя был сам далеко, ну, как сказать, хотя сам был достаточно непорядочный человек, но даже ему такое было противно, то, что представляют как учение Махапрабху, всякие сахаджи. I can speak beast, Sahajiya beast, coming in front of Prabhupada and talking with you. You have any direct experience? You have any direct experience about Rasa Tattva? И вот тут как потом к Прабхупаде, как какой-то сахаджи приехал, начал.
начал спрашивать, имеет ли он какой-то прямой опыт расататвы. Шрила Прабхупада спросил, что вы имеете в виду. But then how we can understand what is rasa? Huh? Useless acharya. That man gone. Popa Levanti. Но то, что такие сахаджи воспринимают раса-татву как какие-то половые отношения между мужчинами и женщинами. И вот такие люди пытаются всячески представить себя как последователи Махапрабху и полностью оскверняют все учение Махапрабху. A beast cannot make so much problem in our да, society. Даже животных нельзя назвать. Животные более достойные существа, чем эти сахаджи. И вот Джагатананда Пандит говорит, Гурарами, мухе болиле нахи чоле, гурар ачар, гурар бичар, лойле фал фале. This word I can explain, and after that, again, Hindi Harikatha, after some time, Гурар ами болиле нахи чоле. I am doing Gaur Bhajan. Gauranga is my and my Ishtadev. Gaurar ami, и вот Джагадананда Пандит говорит, что Гуранга это мой Ishtadev. То есть если кто-то только говорит, что Гуранга это его поклоняемый Господь, то вот Джагадананда говорит, что просто говорить этого мало. Нужно еще исследовать ачару, идеалам и учению Шримана Махапрабху, его сиданте, его этикету, и тогда мы получим результат от Гуру Баджана, но не до этого. Просто говорить, что мы исследуем Гуранги, этого мало, нужно еще исследовать на деле, а не только на словах. Некоторые люди делают Кришна Баджан только на показ. Ну, то есть он говорит, что некоторые люди делают все на показ, чтобы прославиться и утвердиться как-то, но их действия не имеют никакой связи с Гурангой Махапрабху и его баджаном. И вот однажды какой-то человек пришел к Гуркишвадас Бабаджи Махарадж. Какой-то пришел человек, родившийся в семье так называемых брахманов. И тот вот этот человек пришел к Гуркишвадас Бабаджи Махараджу, начал рассказывать, что он великий ачарья, что люди поклоняются ему. Омывают ноги его, его ноги водой, и вот вода осталась, и чтобы эта вода не пропадала, он предложил этому Гуркишвадас Бабаджи Махараджу выпить воду, которая мыла его ноги. И вот что же за благо такие люди могут принести другим? И Джагатананда говорит, что просто говорить на словах, что мы следуем Махапрабху, этого мало, нужно принять его ачар, его идеализм, его этикет, его учение в своей жизни, и тогда мы обретем результат следования Гуранге. А просто носить силок на показ и заниматься какой-то ерундой, этого мало. Гуранга, он находится в нашем сердце, он поймает нас, если мы будем делать что-то на показ.
for show, for public you are exhibiting your Vaishnava. Lok dekhano gora bajar, tilak matto thori, and secretly you are doing all babichar, all dirty thing. Gora can arrest you, can throw you. Goranga cannot excuse. И Гуранга не сможет простить нас, если мы не искренни. И мы должны помнить такую несравненную, бесподобную и непревзойденную милость Шримана Махапрабху. То, о чем я говорю, его учение, оно поможет вам в обретении премы. Чтобы обрести Кришна прему, все учение Джагатана Пандита в премове варте, оно поможет вам обрести прему. И оно очень прекрасно. И мы должны быть очень искренне осторожны, совершая баджан. У нас не должно быть никакого лицемерия. Мы должны подготовить себя очень быстро. И вот сейчас население Земли по каким-то данным около 7 миллиардов, примерно столько. Но насколько удачливы мы среди многих людей, что мы имеем возможность совершать Гуру Баджан. Насколько же велика наша удача, если мы не осознаем это глупо. Как мы смогли прийти в Гурудаму, слушать такую прекрасную харикатху? Анарпита чарин чират каранья ватирна калу самарпайта уннато ужжалара сам савакти сриям харихи пурата сундараддути гадам басанди вито садахидай кандаря спуртуба сисачи нандана ванча калпатарвасикипасиндвавача патитанам павани бхавишна вью намо.